О запуске агрегатора ликвидности брокером Forex4U, что из себя представляет новое программное обеспечение от TradingView, а также об интеграции CTrader с брокером Axiori. Подробнее об этом через несколько секунд. Известный российским трейдерам брокер Forex4U улучшает качество фида, а также агрегацию потока котировок. Если быть точнее, то брокер решил запустить агрегатор ликвидности. Сам же брокер сообщает, что весь процесс по обработке ордеров у него под контролем. Ведь они также запустили в работу и свой мост под названием eGlobal Forwarder, который соединяет Marketplace и торговый терминал MTFO. Эти нововведения помогут трейдерам исполнять более быстрое исполнение ордеров. Как сообщают представители Forex4U, их новый агрегатор ликвидности – это некое программное обеспечение, которое соединяет предложения от различных поставщиков, выбирает лучшие цены и передает эту всю информацию в терминал пользователя. Платформа социального трейдинга TradingView начала тестирование программы для торговли валютами и CFD. Главной задачей данного решения является простой и аргументированный выбор брокера трейдером с помощью платформы TradingView. Сейчас же компания начала процесс тестирования своего нового продукта с помощью крупного брокера FXCM. То есть трейдеры FXCM будут иметь возможность первыми попробовать новшества TradingView. Ну а в планах компании охватить множество брокеров и предоставить трейдерам наилучшее обслуживание. А на данный момент тем счастливчикам, которые используют бета-версию этого решения, удастся торговать как на реальных, так и на счетах демо, при этом предоставляя отчетность компании TradingView, что и поможет выявить недостатки в самом начале использования более широким кругом трейдеров. Компания Axiori, которая регулируется регулятором Белиза, сообщила об интеграции с платформой CTrader. CTrader достаточно успешно выдерживает конкуренцию со стороны. Ведь согласитесь, держаться на уровне с MTFO достаточно сложно. Как сообщил представитель Axiori, что теперь клиенты их компании смогут открывать стандартные счета без комиссии за обработку транзакций, а также счета ICN без спреда в CTrader, что и гарантирует прозрачность всего процесса. Это были все новости из мира Форекса на сегодня. Следите за всеми обновлениями с Dukascope TV. До завтра!